Крупная китайская корпорация заинтересована в проектном сотрудничестве с Приморским краем. Глава региона в рамках рабочей поездки в Харбин обсудил возможность строительства объектов здравоохранения во Владивостоке. У нас впереди большие проекты по здравоохранению. Нам необходимо построить инфекционную больницу на 400 коек в Владивостоке. Далее реконструкция там ранее существовавшего здания, там же на этой площадке детской краевой больницы и строительство нового корпуса краевой больницы. Это все располагается на единой строительной площадке. Общая площадь перспективных тех зданий, которые необходимо построить, порядка 120 тысяч квадратных метров. Губернатор посетил строительную площадку одного из проектов корпорации – нового кампуса Харбинского медицинского университета. Проект стартовал 15 марта и введется в эксплуатацию уже в 2025 году. Олег Кожемяка отметил, что Приморский край в настоящее время интересуется технологиями строительства и проектирования различных объектов. Необходимо сделать так, чтобы зашла серьезная компания, которая обладает именно опытом строительства подобных учреждений, обладает строительным потенциалом, технологиями, вот, с тем, чтобы в течение там 3 лет этот объект был сдан. Отметим, строительно-инвестиционная корпорация провинции Хайлудзян как застройщик выполняет весь цикл строительств, а в качестве подрядчика ее деятельность охватывает всю производственную цепочку. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.